День благоприятен для людей, родившихся в годы коровы, тигра и кролика. В этот день задуманные дела и вопросы будут решаться легко. Хорошо в этот день писать научные труды, трактаты, анализируя принимать решения, брать посвящения, обеты, начинать лечение, покупать лекарственные сборы, приводить невестку, отдавать дочь невесты, а также для благих начинаний и для мирных дел. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы мыши и свиньи. В этот день не стоит строить дуган, субурган, начинать стройку, покупать и продавать вещи, вспоминать обиду, начинать конфликты, ссориться и спорить. Стрижка волос – к увеличению силы жизни. Отправляться в дорогу – к увеличению благосостояния.